Александра Волкова, которого подозревают в похищении евромайдановцев Луценко и Вербицкого, оставили под стражей. Такое решение принял апелляционный суд Киева. Защита Волкова просила о домашнем аресте, но ходатайство отклонили. За решеткой подозреваемый будет до 26 сентября. Напомню, в январе 2014 в период Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого похитили неизвестные с территории Александровской больницы. После пыток их бросили в лесу. Вербицкий от полученных травм скончался.